Народ, всем привет! Новый день, новый пляж. Как обычно, компании. Пашка с граблями, Леха, я с металлоискателями. Включил, отстроил. Погнали, находки все покажу. Пашка у нас граблями целится, кидает. Давай, супер бросок. Ты бы вот зашел, кидал. О, чуть Леху не попал. Да. Рубль. Еле-еле пищал. Он какой-то черный весь. Блин, подцепить никак не могу. О, 1 гривна попалась. Владимир Великий. Украина, 2019 год. Оп, забираем. Сюда поближе пошел, тут хоть сигналов побольше пошло. Но Лёха говорит, мусора много. У меня вот пока первый такой сигнал более-менее был. Вот столько мусора пока сюда накидали. То, наверное, уберем. Гривна, 50 копеек, рубль, 2 рубля. Недавно серебряную монету находил. Расскажи, как я забыл. Прошелся по береговой линии вдоль воды. Вон сколько крышек, пробок, стекол всяких насобирал. Надо какую-нибудь мусорку придумать, куда это все девать-то. А новая мусорка есть. Пойду туда выкину. Да, хлама тут. Капец. Так, ну и монет немного прибавилось. Ювелирки пока никакой. Ребят, все в ТикТок видео снимает. Прямую трансляцию ведут. В общем, на том пляже одни монеты накопали до мусора. Вот, приехали на другое место. Я уже костюмчик одел. Там ходил и замерз. Там ходил и замерз. Сейчас тут будем смотреть, выбивать. Народ говорит, люди здесь купаются. Все вам покажем. Прямой эфир, ТикТок. Ключики попались. Связка, 2 ключа. Недавно потеряли, даже не ржавые. Наверное, квартиры. На даче тут, участки. Надо на лавку хоть положить. Возьмите меня с собой, приезжайте. Возьмем с собой. Так, ну пляж, походу, не копанный. Советская пробка попалась. Ключи просвежа, потеряшка. Железа много пищит. Посмотрим, что это. Странно так пищит. На крышку не похоже. Не цепанул. О, крышка. Наверное, на крышку не похоже. Ну, на это положи, на лавку. Я это, походу, даже заснял. Что, часа? Час, наверное, походили, может, полтора. Вот такие находки. В основном один мусор. Ну и ходячих несколько штук. Монеты есть. Монеты есть. Понял, убери. Только толку от этих монет. Короче, мусор всякий. Видишь, пляж почистил. Ну, пляж, да. Тут мусорка-то есть. Мусорка? Да. Уходить будем уже. Сейчас перекурю, может, еще зайду. В принципе, я все прошел вот и до. Пляж небольшой.
за час, за полтора где-то справился. Пока сюда все это выгружу. $17. Посетили два пляжа, но на один пляж нас навели, то что там народ много купается, много чего теряет. Туда приехали, а там все выбито, сигналов мало, как бы пляж пустой. Видимо, сейчас там камрады ходят. Другой пляж поехали, он закрыт, там СНТ был. Через шлагбаум проехали обратно или выехали. Но находок тоже особо не было. Ни бижутерии, ни ювелирки, ничего в этот раз не нашли. Только куча мусора, пробки, там фольга, тому подобное. Ну и вот монеты ходячек. Ну и в Леху еще крышка от банки попала. Прикольно получилось. Так, ну вот, в общем, 1 гривна украинская. Достаточно нечастная доходка, я думаю, у нас. Я вообще в первый раз нахожу, копейки только украинские находил. 50 рублей чириками, 5 рублей, 1 монета, 4 монеты по 2 рубля, 4 по рублю и 3 по 50 копеек. Ну вот, 60 рублей там с мелочью получается. Накопал. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте оценки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Все, всем удачи.